Flying insects. Sex? Ну, а у тебя есть? Как? Потому что у меня есть. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами самую популярную и самую часто выпускаемую, разумеется, рубрику на нашем канале, которая называется «Три угарные VR-игры». В этой рубрике я подбираю три рандомные VR-игры и надеюсь, что они будут для вас угарными. Если нет, то как бы не моя вина, для меня были. Но прежде чем мы приступим, хочу сказать, что в конце видоса будет объявлен конкурс. Чтобы узнать, как принять в нем участие, досмотрите видос до конца. Проматывать нельзя. Промотал видос, просрал игрос. Понял, да? Первая игра! Простите, ребят, я, кстати, немножко подзаболел, поэтому горлышко у меня будет похрипывать иногда. Я знаю, что мне нужно просто хороший отдых в игре Vacation Simulator. О, мы куда-то на лифте поднимаемся, видимо, в наш отель. Добрый вечер. Эй, что? Я без одежды стою, вообще-то робот. Никакой приватности нет. Бритва. Чуть-чуть подбрить свою бородку, чтобы она была еще привлекательней. Подбрить здесь, здесь. Знаете, я один из тех, кто тюбики с пастой не меняет месяцами. Я выскребаю все досуха. Прям вот оттуда. Смотрите, как еще много. Зачем покупать лишнюю пасту? Что это? Вау. Так, какой бы цвет кожи нам выбрать? Это ведь ничего, что я выбираю другой цвет. Это же ничего не значит. Я просто хочу цвет, который мне больше, скажу, нравится. Будет тоже как-то так странно звучать. Подходит? Наверное, да, наверное, подходит. Собственно, что я тут брил? Я похож на Ван Панчмана, если честно. Теперь волосы. Я буду бежать по пляжу за слоумо, и волосы будут развиваться. И потом случайно бритва на ветру подхватит меня. Как будто Томми Уайзоу. I did not hit her. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Мы можем ванну принять. Это то, что нужно. Не снимая одежду. Погодите, это что-то интересное. Хо. Я зачем я это пью? Это что такое? Это гель для волос. Я на отпуске. Такое ощущение, как будто я пописал сюда. Стоп. Если кто зайдет, то увидит, подумает не то. Давайте сначала пойдем на пляж. Тут можно фоткать все. Машем. Вот! Как будто с квадрика себя сфоткал. Вот, это прикольно. Еще так себя никто не фоткал. Я люблю йогу. Excellent pose. Very well done. Я давно йогой занимаюсь уже. Ты не знала просто. Calm down. Deep breath. Remember to hold. Заткнись. Жарить сыр. Любимая котлетка. Печенье. И еще один сыр. Надо переворачивать. Аккуратненько берем. Блин, это мой любимый сэндвич теперь. Вот так. Поджарить, 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 поджарить. Есть. Вот так. Ой-ой-ой, аккуратнее. Блин, стой. Исчез. А, ничего страшного. Еще вот этот бекончик. Да куда ж ты, кривые руки? Уже ставим. Немножко сырой, для тех, кто любит medium rare. Бургер готов. Стоп, майонез забыл добавить, ну ничего, можно просто вот так. Майонез тоже люблю поджарить. Для вот того робота нужен бургер. А, самый стандартный бургер, хорошо. Котлетку дроп. Котлетку перевернем. Ой, ничего, ничего, пусть будет немножко надкушено, чтобы казалось полным. Нам нужно взять еще одно поджарить. Так, и теперь... Угу. Сейчас, погодите. Нет, нет. Придется сожрать самому. Аккуратненько кладем. Сырочек. Хорошо. Заказ готов. Я принес твой заказ. Кстати говоря, он здесь. Прошу.
прошу, не поваляешь, не поешь. Я слишком болен, мне нужно что-то подходящее. Например, что-то вот наподобие холоднющих гор. Знаете, клин клином вышибает. Я возьму эту холоднющую газировку. Слышите, как горло запело сразу? Мало кто из вас знает, но с детства я целый год занимался карате. Эти руки набили множество задниц. И сейчас при вас я разобью эту ледяную глыбу. Просто перерублю ее своей рукой. Готовы? Раз, два, Не волнуйтесь, тут ничего такого нет. Это все чисто я своей рукой так примериться. Погодите. Да! Как это? Что? Погодите. Так вот что происходит? Тварь. What are you going to make you? Заткнись! Ладно, мне гораздо лучше получается всех пырять. Зарежу. Смотрите, какой прекрасный снеговик. А, это хорошо. Вообще-то, морковку бы мне. Погодите, я докину до него, он меня порядком сильно взбесил. Есть. Все. Так, мы теперь такие, не мы. Типа не мы. Ой. Он нас видел. Вау, слишком далеко кинул. Видите это лицо? Серьезное. Чувак серьезно настроен на выживание. Я словно Sub-Zero. Get over here! Вот оно. То, что надо. Есть! Я думаю, это стоит сфоткать. Ать. Смотри, какая фотка получилась. Я думаю, что я прибил твоего мотылька, и он и правда баганул. Давай. Есть! Поймал тебя, засранец мелкий. На. Забирай! Коллекционируй своих бабочек. За это ответишь ты! А ну дай свою морковку! Я жестоко закалю твоих бабочек. Спасибо большое. Теперь, если что, обвинят тебя. Вау. И бабочки совсем с ума посходили, да? А та до сих пор пытается в дерево полететь. Погоди, я тебя освобожу. Вот. Поберегись турбулентности! Ой, куда она улетела? Мы освободим этих бабочек. Лети! Лети! Пока! Пока! Ох, как хорошо. Следующая VR-игра. Одна из главных причин, по которой я настолько успешен, ребят, это потому, что я все делаю вовремя. Я настолько все делаю вовремя, что меня даже пригласили работать в компанию, которая называется «Как раз вовремя». И моя задача — это не дать этому доброму юноше убить этого, очевидно, злодея. Посмотрите, у него камера висит на шее, он вторгается в личную жизнь людей. Я тебя понимаю прекрасно, но, к сожалению, работа есть работа, и мне нужно спасти этого негодяя. А, давайте посмотрим, что будет происходить. Вот он бежит. Может быть, ты просто побежишь в ту сторону? Как тебе такая идея, а? Я хороший совет даю. Слушайте, это же гениально. Стоит телепортироваться во все фильмы, где происходит всякая тупая штука, и посоветовать очевидные вещи. Ой. You shall not pass. Стой. С ножом к нам придешь, от ножа и погибнешь. Полиция преследует меня. Убегаем от нее в слоумо. Я настолько хорош в своем деле, что меня позвали телохранителем у самого президента Соединенных Штатов. Все поняли, да, кто это? Это Рон Гламп. Так. Нет! Дай мне пистолет! А, ладно, я схвачу пулю сам! В щеку тебе, тварь! Лови! Да! Он тоже был предателем, господин президент. Итак, крыса, необычайно огромная крыса. Кого здесь убьют сейчас, я даже не знаю. Что мне сделать? Давайте я сейчас вас обезболю. Ой. Ладно, окей. Обезболю, чтобы... Ад. Надо штанишки снять, да, сначала, конечно же. Чтобы смерть была не такой болезненной. Ой. Одень. Черт. Ой-ой-ой, сейчас они пойдут. Шприц! Ха-ха! Подохни! Есть! Так, не пройдешь через меня! Пошли нафиг, крысы! Скорей! Лава прокинуть! Ой, нас стало еще больше! По-моему, нас стало еще больше! Так, канцелярский нож!
А, что у нас здесь есть? Больше крыс! Мышеловка! Давай. Да. Ты там в порядке? Кажется, нет. Но у меня есть оружие против них. Только мышка может убить мышек. Ага. Что ж, кажется, я знаю, чем остановить этих крыс. Живодеров не люблю. Воу, а ты кто такой? Почему ты в моем офисе? Не трогай меня, не трогай меня, не трогай меня! О, нет. Он так браво идет, как будто бы получил, что хотел. Здание в огне. Приготовьтесь, друзья! Ведь пожар только разгорается! Ты стоишь, паникуешь, тряпка, как ты еще смеешь пожар называться, ну снимай форму. Ты недостоин, недостоин быть пожар... Ой. Итак, я здесь, чтобы спасти вас, друзья, как раз вовремя. Мне сказали защищать синих, ты плохой, значит, отдай. Это тебе не игрушка. И вообще, вот, подавись. У тебя еще один есть? Ух ты, блин, какой умный. Вау, он взорвался. Мне кажется, ты не попадешь. Давай мы направим эту пульку отсюда. Не благодари. Привет, как дела? Снимай шматье, тут жарко. Теперь я тебе помассирую спинку и потом шхрякну тебя по башке. Кто там стреляет, кого? Блин. Скорее, пуля. Поймал. Фух. Еле поймал, направил ее в небо. Обратно. Ой, плохо направил. Еще одно, пожалуйста. Спасибо. Ой. А, как-то так. Не видно. Четенько. По-моему, очень даже четенько. Ребят, бегите, все в порядке. Все посмотрите налево. Двигаемся к следующей игре. Друзья, третью игру я решил приберечь напоследок. Потому что для меня и для вас, я думаю, тут особенная игра. Ребята, камера не передаст. Он огромен, просто огромен. Иди ко мне. Не могу орать, у меня горло болит. Но это потрясающе. Я в душе ору. Смотрите, это чисто. Чистый трик огромный. Посмотрите, какой он большой. Иди сюда. Согласитесь, он очень похож на моего кота. Если вы смотрели сторис в моем инстаграме, вы видели сходство просто один в один. Ты мой маленький. А как-то можно на него залезть? Вот было бы можно на него залезть. Надеюсь, эту игру выпустят когда-нибудь. Иди ко мне, понюхай. Понюхай меня еще. Давай, иди сюда. Смотрите, что у нас тут есть. Подобрать. И бросить. Ох, как молодец, поймал. Глаза аж загорелись сразу. Куда ты? Ага, ты можешь там пролезть? Лежи, мы сейчас будем прям вот по этому огромному помещению ходить. Воу. Ага, мы можем залезть, ну, пока это вот таким образом, к сожалению, сделано. Не то чтобы... Ой. Я как будто бы на высоте, я правда за него держусь. Если нам будет дана возможность именно карабкаться потом вот так вот с помощью этих штук. Блин, это будет, наверное, игрой, в которой я буду залипать бесконечно. Смотрите, я прямо у меня на башке, как круто. А, ты за этим, да, забрался? Не для того, чтобы мне помочь, а просто чтобы пожрать. Ах ты, алчная душонка, на, жри. Ух, умница. Кстати, если вы не смотрели прохождение мое по этой игре, обязательно зайдите, внизу будет плейлист в описании. Смотрите все залпом, это того стоит. Потянуть за рычаг. Есть. Проходи. Мяу. А, такой здоровый. Черт, почему таких существ нету в реальности? Я бы так хотел, чтобы у меня был такой дома. Ага, ясненько. Что теперь? Ну-ка, давай. Ой, мы сейчас будем прыгать с ним. Ой, мой мужичок. Я к этому не был готов. Фу, чуть не упал.
Ой, сейчас блевану. Да ладно. Да, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, туда не надо смотреть, Трика. Только не эти мосты. Какая жуть. Тебе, наверное, по барабану, да? Хорошо быть летающей кошкой. Позвать. Ага, он сейчас перепрыгнет. Ой, мама, 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 мама. Ты моя жопа, моя жопа, моя жопа. Ой, я пропустил, да он прыгает величественно. Нет, нет, я не переживу, я не переживу. Может, ты как-то меня подхватишь здесь, а то что-то я шок, у меня в шоке. Нет. Нет. Прыжок. Ладно. Давай, готов? Раз, два, три. Нет, 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 нет. Ты мой маленький. Иди сюда, он спас меня. Ой, блевота подходит. Все, мы живы. Мы живы. Давай так, чтобы я слишком сильно не блевал. И, ребят, не специально, я правда покачиваюсь, потому что у меня мозг в шоке, он думает, что... Что происходит? Вроде бы на месте стою, а тело движется. Ой, готовимся. Сейчас упаду. Я готов. Я готов. Блин. Фу. Конец. Знаете, а вот это было вообще очень прикольно. Надеюсь, когда-нибудь эту игру выпустят... полную именно версию, и можно будет целый сюжет проходить с помощью... Ну, тут механику еще надо подработать, на мой взгляд. А так круто. И вот на этой прекрасной ноте мы закончим с вами очередной выпуск по трем угарным VR-играм. И вот вам обещанный розыгрыш. Я собираюсь разыграть три игры на PSVR. Первая игра — Terracine, где вы в роли призрачной феи будете управлять самим временем, чтобы помочь детишкам. А что может быть лучше? Или, может быть, вам хочется выиграть Immortal Legacy The Jade Cipher? Играйте за бывшего спецназовца и исследуйте таинственный остров из древнекитайской легенды. И третья игра, The Persistence. Она зашвырнет вас в далекий космос, где вам придется выживать среди полчищ монстров на заброшенном космическом корабле, который вам придется починить, чтобы вернуться домой. Вот такие три игры я разыгрываю. Если хотите их получить, вам всего лишь надо зайти в мой инстаграм, подписаться на него. И под последним постом в течение всего дня, 29 августа, до 8 вечера пишите комментарии. Любые комментарии. В течение этого дня я три раза напишу комментарий стоп. И коммент того человека, который оказался перед моим комментарием, получает приз. Разыгрывать игры буду в том порядке, в котором я их представлял вам. Принять участие может каждый. Желательно, конечно, чтобы у вас была уже PSVR, а то поиграть не сможете. Но в любом случае игра будет ваша, и вы сможете ей распоряжаться как захотите. Ну а на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось это видео, а я ударился локтем об стул. Кстати, недавно узнал, что в PSVR еще есть не только возможность играть в игры, но также есть Cinematic Mode. Берешь шлем, натягиваешь его и смотришь кинцо. Я не скажу, какое я смотрю. 18+. И получается такое ощущение, как будто ты реально в кинотеатре сидишь. Даже можно включить режим громкоговорящие быдланы на заднем сиденье, которые орут весь фильм, чтобы совсем погрузиться в атмосферу кинотеатра. Ладно, я шучу, такого режима там нету, а жаль. Также как будто бы не все это замечают, и я в том числе, но его еще можно использовать для того, чтобы просматривать 360 видосов на YouTube. Короче, всем рекомендую. Заканчиваем видос, подробнее о конкурсе будет в описании, также ссылки будут на другие плейлисты с другими прохождениями в описании, на мои соцсети будет все в описании, и... Единственное, чего нет в описании, это петюли. Петюля прямо здесь и сейчас. Вы готовы? Раз, два, три и пять!